Ставки по ипотеке упали до минимума. Средняя ипотечная ставка достигла минимального значения с 2018 года, сообщает источник МИА «Россия сегодня». В настоящее время средняя ставка по ипотеке на новостройки составляет 8,48% годовых, на вторичное жилье 8,72%. При этом регулярное снижение ставок продолжается третий месяц. Фактические ставки на новое жилье сейчас ниже рыночных. Это связано с активным оформлением льготной ипотеки от государственной поддержки, в том числе ипотечной программы со ставкой 6,5%. В то же время существует возможность дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального банка в ближайшее время. Сейчас она составляет 5,5%, но руководство ЦБ не исключает ее падение сразу на 1 процентный пункт. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Карасакин. Пока!